Содержать его. Да. Можно ближе к рту. А это, наверное, докладчик. Докладчик. А, вместе с микрофоном, да, вот так потом. Да. А, ну что, говорим, да? Да. А, всем добрый день. В прекрасном кампусе, прекрасного острова, прекрасного города. Тут все очень хорошо, намного лучше, чем мы все, я думаю, ожидали. И мы приветствуем всех участников конференции. Вот так возникла у нас достаточно спонтанно идея организовать конференцию в такой трудный период, да, когда нет настоящих конференций, а только онлайн. И все, в принципе, уже устали от онлайн-конференций, которые идут непрерывно, да, вот тут вот есть возможность как бы встретиться в живой жизни и послушать доклады на различные темы, в основном алгебраическая геометрия, но не только. Будет широкий спектр докладов по геометрии, по алгебре и просто по математике. И мы надеемся, что всем все понравится. И, в общем, технические вопросы мы уточним потом, после этого доклада. А сейчас я бы хотел бы представить моего учитель по алгебраической геометрии из Московского государственного университета, который сейчас работает в Институте Стеклова, Юрий Геннадьевич Прохор, член-корреспондент Академии наук. И Юрий Геннадьевич очень известный операционный геометр, которым очень много времени провел недалеко отсюда, в Японии. И мне кажется, для Юрия Геннадьевича поездка во Владивосток – это такая ностальгическая поездка немного, да? Ну, мне так кажется, я, конечно, может, ошибаюсь. Вот, и Юрий Геннадьевич расскажет нам про Кремоны. Про конечные подгруппы группы Кремоны. Отдельные вопросы, это как бы звучит как теория групп, но на самом деле операциональная геометрия. Но прежде чем я передам слово Юрию Геннадьевичу, я хочу, чтобы Олег, наш местный организатор, сказал несколько слов. Да. Спасибо, что приехали, и спасибо Ване за гигантскую помощь в организации конференции, которую, собственно, почти всех вас позвал. Вот, в период локдауна это своего рода преимущество жить в большой стране. Можно уехать на другой конец глобуса, не выезжая за рубеж. Мы назвали нашу конференцию «Ярмарка». Вот как на любой ярмарке тут собралась Мотли Крю, люди, которые иначе бы нигде не встретились. В основном конференция посвящена алгебраической геометрии, но также будут обзорные доклады в формате коллоквиума по оптимизации и что-нибудь еще. Также будут развлекательные мероприятия, в том числе сегодня будет обзорная экскурсия по Владивостоку, но мы объявим об этом позднее. А так, в вашем распоряжении прекрасный кампус на берегу бухты. Желаю вам хорошо провести время. Спасибо. Спасибо большое. Получайте удовольствие и также слушайте Юрия Геннадьевича. Спасибо. Благодарю организаторов. Я не могу, у меня две руки. Я буду вам держать. Саша, можно, пожалуйста, мой микрофон? Все вопросы, которые надо будет задавать или говорить, нужно приносить. Да, значит, спасибо организаторам большое за приглашение выступить. Ну, я вот первый раз выступаю на ярмарке. Вот, и я заготовил... Ну, так я так понял, что это действительно такое мероприятие общематематическое. Я такой немножко обзорный доклад частично заготовил. Добавил один сюжет, который я вроде бы как нигде не рассказывал, но он не совсем новый. Давайте я начну с введения, что такое группа Кремоны. Названа в честь Луиджи Кремоны, итальянского математика. Значит, ну, обозначать ее буду вот так, над каким-то полем. Ну, поле чаще всего будет поле комплексных чисел. Это просто автоморфизмы, алгебраические это автоморфизмы полирациональных дробей. Независимых переменных, те, которые тривиально действуют на К. Это алгебраическое определение. Значит, ну, работать с ним довольно-таки тяжело в таком виде, поскольку оно слишком абстрактное и не несет в себе никаких
никакой геометрии. Поэтому ее можно также рассматривать как группу бирациональных преобразований прикинутого пространства. То есть преобразований, которые определены не всюду. Значит, они задаются алгебраическими соотношениями, которые обратимы. Ну, значит, типичный пример, который приводит такую вот на проективной плоскости можно взять xy в единице на x, единице на y. Квадратичное преобразование. Значит, ну это вот P2 в P2. Значит, легко видеть, что определено не всюду, и как вот вы не меняете переменные, вот нельзя его задать так, чтобы у него есть точки неопределенности всегда будут. Вопрос, ну, немножко, значит, при n равняется единичке, значит, эта группа устроена довольно-таки просто, это хорошо известно, это просто группа мёбиусовых преобразований. Это PGL2. И, ну, она всегда ее содержит, включение для любого n есть, такое включение, но здесь это равенство, то есть действует вот преобразованиями такого типа. А при n больше равно 2 она устроена очень сложно и нет значит, шансов, ну, как на данный момент нет шансов ее изучать алгебраически, то есть ее изучают геометрическими методами. Значит, вопрос о конечных подгруппах, и на самом деле я буду говорить о элементах порядка 2. Ну, n. Я приведу классификацию при n равняется 2, которая является классическим результатом, типа вот сходит между Бертини. Есть ровно 4 типа. Первый это, значит, ну, конечно, мы будем рассматривать классификацию конечных подгрупп с точностью до сопряжения. Первое – это линейные. Второе – так называемое преобразование Дежанкьера. Ну, значит, самое простое – его написать уравнением. P – это многочлен, ну, значит, для простоты, ну, для, мы будем считать, что он не имеет кратных корней и нечетной степени. И это такая серия, они параметризуются многочленами, соответственно, значит, это такое счетное число семейств и три исключительных, два исключительных. Все корни простые, нет кратных корней. Ну, если кратные корни есть, то там, ну, поколдовать можно с уровнем и их исключить с точностью до сопряженности, ничего. Дальше инволюция Гейзера. И инволюция Бертини. Я
Значит, уравнения, их можно написать уравнениями, но это не бессмысленно. А можно объяснить так. Инволюция Гейзера – это такая вещь. Мы на плоскости зафиксируем 7 точек. Это данные. Теперь мы хотим узнать, куда переходит еще одна точка. Теперь у нас есть 8 точек. Через 8 точек проходит пучок эллиптических кривых. Пучок эллиптических кривых имеет девять точек базисных. Значит, у нас возникает еще одна. И вот это P переходит в P'. Ну и с инволюцией Бертини она устроена примерно похожим образом. Мы должны зафиксировать 8 точек на плоскости. Это данные. Через них опять проходит пучок эллиптических кривых, кубических кривых, у которых есть еще одна точка базисная. Теперь на каждой, общая кривая в пучке, она не особо, это эллиптическая кривая. На эллиптической кривой есть групповой закон, если мы зафиксируем нейтральный элемент. Вот эту точку возьмем за нейтральный элемент, ну и тогда на ней есть отражение. X минус X. Это вот инволюция Бертини. Хорошо. Вот это как они описываются. Значит, чем они параметризуются? И чем они могут быть заданы? Все они заданы, задаются множеством своих неподвижных точек. Куда вы? Да. Неподвижные точки. Значит, меня интересует в неподвижных точках та часть, ну, значит, вот у линейных есть, понятно, там есть точка, есть прямая, но это не интересно. Нас интересует та часть, которая, это кривая положительного рода. Так вот, значит, точки, значит, я вот обозначу это вот так, F. В GL3, да. Ну, то есть, ну, на плоскости действует вот матрица там плюс-минус один там. Ну, матрица вот. В матрице есть собственное значение. Вот тебе. Ну, вообще, на рациональной поверхности, по формуле Левшица, на рациональной поверхности неподвижные точки всегда есть. У любого автоморфизма. Что? Ну, да, нет, неподвижные точки. Вот есть. Значит, вот для элемента в группе Кремоны, скажем, 2, обозначим вот так вот. Это та часть множества неподвижных точек, которые стоят, компоненты кривые, нерациональные кривые, рода. Ну вот сейчас на примере мы посмотрим. Значит, здесь их нет, поэтому в случае 1 это пустое множество. В случае 2, ну, если мы запишем, получится, что y квадрат равняется p от x. Это гиперэллиптическая кривая. В третьем случае, ну, это нужно повычислять, ну, или нужно, так сказать, понимать, значит, ее можно
реализовать как обычный автоморфизм, бирегулярный, но действующий уже не на P2, а на поверхности дельпеца степени 2. Ну и тогда несложно видеть, что это плоская кривая не особая плоская кривая рода, в частности, она не гиперэллиптическая. Ну и в последнем случае аналогично ее можно реализовать как обычную бирегулярную уже инволюцию на поверхности дельпеца степени 1. Ну и из реализации этих поверхностей несложно видеть, что это не гиперэллиптическая, специальная, не гиперэллиптическая кривая рода 4. Специально в том смысле, что кривая рода 4, не гиперэллиптическая, представляется в виде пересечения квадрики и кубики. Так вот, она представляется в виде пересечения особой квадрики и кубики. Что? Она же плоская кривая? Нет, это плоская, а это пространственная. Кривая рода 4, каноническое вложение. Да, я беру на плоскости, это будет нечто особое. Я хочу. Ну и на самом деле этот вот список, он полностью определяет инволюцию. То есть здесь соответствие объективное. То есть по каждому типу здесь, по каждой кривой, например, плоской, мы можем построить поверхность дельпеца степени 2 и, соответственно, инволюцию. Ну и наоборот. Ну а в случае 2 это, в общем, практически очевидно. По многочленам мы строим. Что? Случай 4 это соответствует поверхности дельпеца степени 1. Поверхность дельпеца степени 1 это двулистное накрытие квадрики, квадратичного конуса в P3. И эта кривая это просто дивизор ветвления. То есть нужно что сделать? Нужно взять квадратичный конус, пересечь его с кубикой. Это наша кривая степени 4. Ну а чтобы построить такую инволюцию, нужно взять двулистное накрытие этого конуса, которое однозначно определяется этой кривой. И там это будет инволюция Гло. Нет. Кривая гладкая, кубика не пересекает. Так, хорошо. Значит, ну а я хотел об общениях поговорить. Значит, соответственно, если теперь у нас вот кремоны n, и n больше 2, больше равно 2 пусть, значит, мы можем ввести ну, вот такое же понятие. Пусть у нас есть опять элемент порядка 2 в группе кремоны. Ну, на самом деле его можно для любой группы определять. Значит, для этого элемента можно выбрать всегда бирегулярную модель. То есть этот элемент регуляризуется. То есть существует, это такой несложный факт, существует не особое проективное пространство, проективное многообразие. И иррациональное преобразование в проективное пространство такое, что этот элемент, он уже, это преобразование индуцирует действие здесь, он уже действует как автоморфизм. Ну, это несложно, поскольку он это алгебраическое действие. Здесь он имеет открытый позарицкого множества, на котором действует бирегулярно.
Вот, ну, нужно там взять фактор, замкнуть, взять расслоенное произведение, разрешить особенности. То есть, по сути дела, мы можем изучать такие многообразия, при условии, что, конечно, так как мы интересуемся кремоной, то здесь стоит проективное пространство, а значит, многообразие должно быть рационально. Хорошо. Сюда, например. Ну и аналог вот того, что я написал, это для нашего элемента мы можем определить такое множество. Это неунилиничные. Я сейчас компоненты множества неподвижных точек на X. Неунилиничные это значит те, которые не покрываются рациональными кривыми. Ну, у нас были просто вот просто кривые. Теперь нас интересует то, что в высших размерностях, то, что не покрывается рациональными кривыми. Это множество хорошо тем, что при вот каких-то биррациональных преобразованиях оно не умирает, оно всегда выживает. То есть те исключительные дивизоры, которые значит, могут быть при биррациональных преобразованиях, это что-то покрывающееся рациональными кривыми. Значит, вот это не выживает. Несложный факт. Да. Значит, в принципе, классификация элементов, скажем, конечного порядка в группе кремоны с точки зрения сопряженности, это все равно, что классификация вот таких вот многообразий действий элемента уже регулярным действием с точностью до эквивариантных вариациональных преобразований. Факт, значит, первое. Вариациональный вариант. Эквивариантный. Ну и второе, на самом деле, есть не более одной такой компоненты. Имеет не более ну, так же, как вот и здесь, это множество или пусто, или состоит из одной кривой. Вот в общем случае. А, да, я не сказал, не уничтожьте кратковозмерности 1. Извиняюсь. Чтобы это был дивизор. Ну, часть 3 вообще не очевидна. Да? Что? Второе утверждение. Второе не очевидно, да. Значит, ну, оно основано на программе минимальных моделей. Как следовало бы доказывать, можно сказать, что применим программу минимальных моделей, мы получим какое-то рациональное расслоенное пространство морей. Это или фана. Если фана, то у них есть пересечение. В принципе, множество неподвижных точек гладкой части, оно само гладкое. Так что, в принципе, пересечений в кратковозмерности 1 у них быть не может. Ну, вот. Хорошо. Ну и, соответственно, возникают вопросы. Первое, ну так же, как и здесь, видно, что не все кривые попадают сюда. Значит, какие многообразия скажем, в размере, пусть у нас теперь n равняется 3 для простоты. Какие поверхности могут возникать? Могут получаться.
какие варианты? В частности, здесь можно ввести там КДР размер, у этого преобразования имеется. Ну и другие инварианты поверхностей. Инварианты. Ну и третье, значит, ну классификация, скажем, действительно каких-то конечных подгрупп в группе трехмерной прямой, но это не совсем осмысленная задача, поскольку такого списка явно получить не удастся. Ну, может быть, классификация тех, у которых наше множество не пусто. Тогда вполне возможно, что оно может быть, в принципе, осмысленно. Хорошо, сейчас... Вот если взять модель и прокатеризовать... Да, вот сейчас я скажу. Значит, это еще один вариант. Значит, ну, оказывается, что, значит, в отличие от двумерного случая, в размере C3 этот вариант не разделяет полностью с класса сопряженности. Ну и простейший пример. Действительно, если мы возьмем X рациональное, в автоморфизмах X возьмем элемент, скажем, порядка 2, профакторизуем. Бирациональный тип фактора – это тоже инвариант класса сопряженности. И, например, если это многообразие нерационально, то это многообразие... То этот элемент, он не сопряжен линейному. Ну, то есть, ну, что нужно взять? Например, возьмем многообразие степени у нерациональности 2. Возьмем многообразие, у которого какое-то двулистное накрытие, так что многообразие нерационально. А это многообразие рационально. Такое бывает. Сейчас скажу, когда. А, да, такое бывает. Сейчас скажу, как. Ну и тогда вот здесь вот есть инволюция Гула, который даст нам подходящий элемент. Ну, пример. За Y можно взять кубик. Трехмерный кубик у нерациональной степени 2. Ну и здесь наш инвариант пустой. То есть это вот один из примеров. Ну, более-менее, да. Как доказывать нерациональность? Ну, нужно представить Виллера слоение на конике и взять рациональные два сечения. Ну, более того, значит... я должен сказать, значит, что еще? Что вот в размерности 2... Вот эта классификация, она не только с точностью до сопряженности, она с точностью до стабильной сопряженности. Мы можем рассмотреть группу кремоны 2, вложенную в группу кремоны, просто добавлением переменных в n, и попробовать спросить похожий вопрос, можно ли, значит, вот элементы здесь сопрячь высший. Но оказывается, что эти типы, они... все различаются. То есть их нельзя сопречь даже в высшей кремоне. Почему? Потому что есть такой естественный вариант стабильной сопряженности. Это первая когмология.
когмологии группы со значением в группе Пикара. Вот они все различаются. Здесь тоже можно построить аналогичный пример. Пример Артина Мамфорда, он тоже в нерациональной степени 2. То есть тоже можно построить аналогичные примеры. Хорошо. Да. Пойдем дальше. Так, что у меня было? Ага, да. Значит, ну а дальше я приведу один пример. Который аналогичен вот второму. Рассмотрим такое многообразие. Я напишу в афинных координатах. X, Y равняется F от U, V. Трехмерное многообразие. F это какой-то многочлен. Наше преобразование будет действовать, менять местами x и y. Ну, легко видеть, что это многообразие рациональное. Одна из переменных выражается. Значит, в принципе, оно бирационально P3. Ну, соответственно, эта инволюция переносится на бирациональную на P3. Но множество неподвижных точек. Это вот такая поверхность. Ну, в принципе, при условии, конечно, что она не пуст, ну, мы отбрасываем рациональное, значит, вот если это вот то, что написано, нерационально, то это оно и есть. Чем замечательна эта поверхность? Она что-то типа гиперэллиптической. То есть она двулистно накрывает проективную плоскость. То есть, если мы возьмем любую поверхность S с двулистным накрытием, которая, может быть, бирационально накрывает двулистную проективную плоскость, то мы можем построить такое. То есть, опять у нас есть взаимооднозначные соответствия. То есть, вот этот вот случай имеет прямое обобщение в высшей размерности. То есть любая гиперэллиптическая поверхность вместе с накрытием, то есть у гиперэллиптической кривой есть одно накрытие. Оно канонически определено. Здесь нужно зафиксировать накрытие. Вместе вот с таким отображением задает такую инволюцию. Ну а теперь, значит, я хочу наметить классификацию. Значит, ну она использует ну, такой технический прием программы минимальных моделей. Эквивариантную. Что мы делаем? Мы берем наше многообразие с действием эволюции и ну, аналогично размерности 2. В размерности 2 у нас есть программа минимальных моделей. Мы просто стягиваем минус 1 кривые эквивариантным образом. Здесь тоже есть, можно применить программу, эквивариантную программу минимальных моделей. Что нам было дано? Это многообразие было рациональным, поэтому в конце мы получаем один из трех случаев. Значит, получаем многообразие X, которое или имеет структуру расслоения на конике, эквивариантное расслоение
Или она имеет структуру, эквивалентную структуру расслоения на поверхности Дельпеца. Или это многообразие фона. Значит, в принципе, в размерности 2 вот эта классификация, она получается примерно таким же образом. Вот эти две случая соответствуют, последние два случая соответствуют многообразием фона, а это соответствует расслоению на конике. Хорошо, значит, напоминаю, что у нас есть неунилиничный компонент, на который группа действует тривиально. Значит, вот в случае 1 у нас есть эта компонента, и куда она может отображаться? Она не может отображаться, это расслоение на конике, то есть в точку она не может отображаться, на кривую она не может отображаться, поскольку слои — это коники. Ну, соответственно, значит, она доминирует базу. Вот. А это означает, что действие на базе тривиально. Вот. А значит, инволюция на общей конике действует самым обычным образом, имеет две неподвижных точки. И значит, наша компонента, она просто двулистно накрывает базу. Все сводится к... Четвертого, а здесь четвертого нет. Что? А, четвертого. Да. Я повторю тогда вопрос. Там фактор был конус квадратичный, правильно? Это вроде бы не Дельпеца. Надо раздуть. Вообще-то квадратичный конус — это Дельпеца. Да? Минус Каабелин. Ну ладно. Я думаю, эту точку надо раздуть, чтобы сделать гладкой. Тогда вклеится минус 2 кривая. Нет, смотря что ты хочешь. Смотря что ты имеешь в виду. Ну, если честно, не понял вопроса. Ну ладно, бог с ним. Хорошо, значит, вот в случае расслоения на конике мы получаем, что у нас есть двулистно накрывает базу, действие на базе тривиально, и поэтому мы просто можем посмотреть на общий слой. Это коника над полем функции базы. И все определяется действием вот здесь. Ну и в принципе, проблема почти решена. В принципе, тот пример, который здесь написан, это, конечно, при условии, что эта коника имеет точку. Если эта коника имеет точку над полем базы, то она прямая, и мы можем расписать наше уравнение в таком виде. Второй случай, когда она не имеет точки, там чуть сложнее, но в принципе уравнение выписывается. Конечно, остается вопрос, сводится ли одно к другому, потому что это вопрос одномерный, но в принципе структура расслоения на конике, вообще говоря, не единственная. То есть может быть каким-то преобразованием, а можем вообще все свести только к одному. Пока это не ясно. Второе расслоение. Да, да, совершенно верно. Но тем не менее бывают те, которые рациональные. И вопрос, исчерпывает ли этот пример все, что описано в этом типе, на Дельпеце.
Значит, ну я выстрою приоритеты. Я считаю, что приоритет вот в таком порядке. То есть я считаю, что если есть расслоение на поверхности Дельпеца, то нет расслоения на конике. Вот. Ну тогда вот соображения такого же типа говорят нам о том, что опять же у нас есть это расслоение, и действие на базе тривиально. Группа действует только на слоях. И опять же вопрос сводится к действию нашей инволюции на общем слое, который есть поверхность Дельпеца. Ну и при условии вот выстраивания приоритетов, если мы считаем, что расслоения на конике нет, возникает всего три случая. А это Дельпеца степени степени 1, и это инволюция Бертини. То, что было четвертым вот, в изначальной классификации. Но только здесь уже наша поверхность, она определена незамкнутым полем. Второй случай, то же самое, инволюция гейзера. Ну и последнее, она возникает из-за того, что у нас поле не замкнуто, в общем-то. Если мы его сведем к предыдущим, она должна быть, была бы быть инволюцией Дежанкьера, то есть это тау имеет с общим слоем, это эллиптическая кривая. Ну и множество неподвижных точек состоит изолированные точки и эллиптическая кривая. Такое бывает. Степень Дельпеца от 4 до 1. Ну, это такая грубая классификация. Из них, конечно, нужно выбрать еще рациональные, что довольно-таки сложная задача и, тем не менее, интересная. Ну, везде можно выписать примеры. Очевидно, что всегда в этом случае поверхность не единична. Микрофон. Очевидно, что в этом случае поверхность F всегда не линейчата. Ну, в общем-то, да. Сейчас, нет, не очевидно. Не очевидно, да. То есть нужно это... Да. Ну, например, совершенно верно. Значит, например, тупой пример можно взять просто вот то, что я выписывал вначале, взять произведение. Но это не подходит, она будет линейчатой. Чтобы настоящий пример выписать, нужно чуть-чуть постараться. Плюс, если добавить еще рациональность, то это действительно уже становится задачей довольно-таки сложной. Ну, в принципе, можно попробовать выписать пример. Значит, ну, если мы возьмем, ну, давайте на пункте B остановлюсь, аналог поверхности Дельпеца степени 2. Это двулистное накрытие. Возьмем многообразие V, которое является двулистным накрытием P3 с ветвлением в квартике. Ну, то есть мы можем просто выписать, как z квадрат равняется f4 от t квадрат x, y, z.
такое. Значит, здесь есть опять инволюция Галуа. И если мы возьмем общий пучок гиперплоских сечений здесь, его прообраз – это поверхность Дельпеца степени 2. Ну, то есть, есть на этом многообразии есть пучок поверхности Дельпеца степени 2. Правда? Ну, я в афинных координатах написал. Афинные координаты. Значит, здесь есть пучок поверхности Дельпеца степени 2, на которых наша инволюция действует так, как надо. Ну и, значит, в общем случае это многообразие не является рациональным, но если добавить какие-то особенности, оно станет рациональным. Ну и вот получается этот пример. Здесь множество неподвижных точек – это К3 поверхности. Вот эта квартика. Что чаще всего и бывает. На самом деле, во всех исключительных случаях множество неподвижных точек – это что-то типа поверхности типа К3. Ну вот в этом случае она, ну понятно, что она имеет дополнительную структуру расслоения. Вот здесь вот чуть сложнее. Здесь это расслоение на эллиптические кривые. Хорошо. Значит, ну и последний случай, исключительный, это многообразие фана. Значит, опять же, расставляя приоритеты, я считаю, что наше многообразие с действием группы не имеет структуры расслоения на конике, не имеет структуры эквивариантной структуры расслоения на конике, не имеет эквивариантной структуры расслоения на поверхности Дельпеца. Опять же, многообразие фана бывает двух типов. Первый очень большой тип – это те, у которых… значит, фана не обязательно не особая. Значит, теория минимальных моделей диктует нам то, что здесь допустимы особенности с терминальными особенностями. Ну и тогда она опять же делится на два случая. Терминальными, я добавлю в скобочку еще каноническими. Что ну, удобно немножко так сказать, рассмотреть общий класс. Сейчас я скажу почему. Значит, да. Ну так это фактор. Фактор. Мы не смотрим на фактор, мы смотрим на само многообразие. У нас сейчас многообразие с действием группы, а не... Понятно, да? Похоже, что я понял вопрос. Это не равно этому. Значит, особенности или гринштейновые. Эти многообразия очень близки к неособым или не гринштейновым. Вот этот класс очень огромный, но значит, между ними есть, конечно, бирациональные перестройки, и мы можем, так сказать, каким-то способом, поскольку нас интересует с точностью до сопряженности, значит, менять модель. Из негринштейновых, расставляя опять приоритеты, мы считаем, что сначала это, потом это. Из негринштейновых тогда остаются только три типа. Это те, у которых размерность антиканонической линейной системы меньше или равна нулю. Это такой очень сложный класс. Или размерность антиканонической линейной системы равняется единице, и у нас есть расслоение на К3 поверхности. То есть антиканоническая линейная система – это пучок, и у нас есть К3 расслоения, которые эквивалентны. Или размерность антиканонической линейной системы
равняется 2, и тогда у нас есть расслоение на P2 на эллиптической. Ну, опять же, эквивариантное. Значит, ну, на данный момент я ничего больше сказать здесь не могу. С гринштейновыми многообразиями все немножко проще. Значит, мы можем смотреть на их антиканоническое вложение, и здесь возникает всего 3 типа на самом деле. То есть если у нас вложение достаточно в большое проективное пространство, можно просто проектировать из особых точек, например, и понижать степень. Возникает А. Это двулистное накрытие, светвлением в секстике. Особенности здесь нужно допустить канонические. Почему? Потому что, ну, как я сказал, мы допускаем, мы делаем такие преобразования, как проекция, в результате которых они возникают. Или это квартика в P4 с терминальными особенностями. И случай С это двулистное накрытие квадратичного двулистное накрытие не особой квадрики. Тоже терминальные особенности. Ну, особенности здесь должны быть, поскольку гладкая квартика, например, она нерациональна. То есть это довольно-таки сильные условия нерациональности этого многообразия. Вот. Ну и все. То есть здесь это такие исключительные случаи. В них наше множество неподвижных точек описать легко. Ну, здесь, конечно, есть возможности для выбора действия. Действие может быть или инволюцией Гло, или оно еще может действовать по базе. Если он действует по базе, то множество неподвижных точек – это просто прообраз гиперплоского сечения, это К3 поверхность. Вот. Если он действует по базе, то если он не действует по базе, то множество неподвижных точек – это просто дивизор ветвления. Опять же, на него накладываются условия, что он не унилиничный. Он, с одной стороны, должен быть особ, но с другой стороны, не сильно особ. То есть это такая между. Вот. Ну вот, видимо, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Да. Есть ли вопросы, комментарии? Я, можно спрошу? Все еще я. А вот почему гринштейновость или не гринштейновость этого многообразия оказывает такое сильное влияние на поведение антиканонической системы? Ну, не на поведение. Не гринштейновое многообразие. Гринштейновое многообразие мы можем. Антиканонический дивизор – это дивизор Картье. Поэтому мы можем просто смотреть на минус К. Это чаще всего это просто вложение. Оно задает какой-то морфизм. Чаще всего. И просто вложение. То есть мы можем смотреть на антиканоническое вложение. И там есть степень, которая является целым числом, антиканоническое. И оно может принимать довольно-таки ограниченное количество значений. Ну, здесь вот до 72. То есть это четное число от 2 до 72. А в случае не гринштейновых это дивизор Вейля. У него заведомо есть байсные точки. И получается, там степень это дробное число. Ну и таких многообразий, ну вот даже та вот база данных РИДа говорят о том, что их там тысячи просто.
Я так понял. Вот не Гринштейн, то есть их много, скажем так. Их очень много, ну и не совсем осмысленная задача их как-то перебирать. То есть можно просто сразу, скажем, например, их перестроить во что-то более разумное. Мой вопрос не об этом был. Там антиканоническая система только до двух доходит, да, глобальность? Что? Размерность антиканонической системы? Здесь до... Нет, размерность антиканонической до четырех. Нет, ну вот интересные случаи. Не Гринштейна. Вне Гринштейновых. Здесь до двух, если она больше, то мы их можем перестроить в Гринштейновые. Эквивариантно. Вот, то есть, понятно. Опять же, я говорю, что я расставляю приоритеты. Расслоение на конике, расслоение на дельпеце, Гринштейновые и не Гринштейновые. То есть, если оно не перестраивается, то я его перечисляю. Ага, есть ли еще вопросы? Про стабильную несопряженность вот разных классов? Ну, есть несколько инвариантов, но один самый простой инвариант – это x в значении в пикаре, значит, нашего группы просто, для любой группы, в пикаре многообразия. Просто берем модель, и вот это вот инвариант стабильной сопряженности. Почему? Потому что если мы добавляем переменные, то он не меняется. Вот. Если мы что-то раздуваем, то вот к этому модулю добавляется такой пермутационный модуль, который тоже не меняет. Вот. Это инвариант. Оказывается, что вот в тех случаях он равен z по 2z в степени удвоенный род кривой. Такое несложное вычисление, ну, которое там Шиндер как-то обобщал. Вот. Ну и вот видно, что он разделяет. Ну, это самый простой такой вариант. Есть ли еще вопросы? Если наложить, это грубая классификация. Да, да. А чтобы получить в какой-то подслучай более тонкую, вот скажем, если наложить условие, что фактор нерационален. Можно ли там по идее, можно получить полный ответ? Самые непонятные случаи вот эти. Они, скорее всего, сами нерациональны. Да, правильно. Значит, я хотел, мне заготовлены там примеры, но, скорее всего, они нерациональны. Да. Общие, конечно, если мы посмотрим на общие семейства, вот те, которые перечислены, там нет рациональных просто. Но, может быть, их можно как-то выродить. Это я не знаю. Окей. Так, ага. Ну, если больше нет вопросов, давайте еще раз поблагодарим докладчика. Так, ну по расписанию мы должны уже начинать следующий доклад, но, наверное, мы еще 10 минут. Ну давайте, да, до 11.10, до 11.10, да? До 11.15. В 11.15 тогда следующий доклад.